Всем привет! Меня зовут Елена. Мой канал по вязанию спицами и крючком. Сегодня я начну вязать шапочку. Буду вязать из вот такой пряжи. Это Alize Kid Mohair. Буду вязать 4 ниточки. Смотрите, какая в этой пряже ниточка. Тоненькая, как паутинка. Пряжа мне это нравится, она мягенькая. В составе этой пряжи 62% кид мохера, 38% полиамида. Производитель Турция. Моточки 50 грамм, 500 метров. Недавно я связала шаль крючком, вот такую, и хочу связать шапочку, будет комплект. Кому интересно, как я вязала эту шаль, переходите по ссылочке в описании к этому видео. Также я оставлю ссылочку в комментариях. Вязать шапочку я буду спицами номер 4 на короткой леске. Буду вязать на размер головы 55-57 сантиметров. Я из двух моточков перематываю в один клубочек ниточки, потом вот их соединю и буду вязать шапочку. Набираю на спицы 78 петель плюс одну петлю для замыкания в круг. Я набрала петли, вытягиваю одну спицу. Распрямляю петельки. Так вот аккуратненько. Нужно замкнуть в круг вязания. Ниточку подтянуть. И вяжем первый ряд. Вяжу лицевую петлю, изнаночную, лицевую, изнаночную. И так вяжем до конца ряда. Я провязала до конца ряда. Вяжу второй ряд. Вяжу лицевую, изнаночную петлю я вяжу за заднюю стеночку. Лицевая, изнаночная. Лицевая петля, изнаночная. И так вяжем свободненько, петли не затягиваем. Вяжем резинку один на один. Лицевая петля, изнаночная. Вяжу третий ряд, изнаночную вяжем за заднюю стеночку, лицевую петлю за переднюю стенку.
И вот смотрите, сколько я уже провязала. Я провязала 27 сантиметров, этого мало. Я буду вязать дальше. Вот так вот уже завернуть можно, получится один отворотик. Шапочку я буду вязать с двумя отворотами. Вяжем дальше. Я провязала 39 сантиметров. Можно провязать чуть больше, тогда будет больше отворот. Вот так вот. Такой отворотик будет у шапочки. Сейчас я буду делать убавление. В начале ряда я повешу маркер. Лицевую снимаю петлю, провязываю 2 вместе, перебрасываю лицевую петлю. Изнаночную, лицевую снимаю, 2 вместе, перебрасываю изнаночную, провязываю. И так я вяжу до конца ряда, перебрасываю, провязываю изнаночную. Перебрасываю петельку. Я провязала один ряд с убавлениями. Довязала до маркера и буду вязать 3 ряда резинкой 1 на 1. Вяжу лицевую, изнаночную петлю, лицевую, изнаночную. Так, вяжем 3 ряда изнаночная, лицевая, изнаночная. Вяжу третий ряд, вяжу изнаночную лицевую петлю, изнаночную лицевую. Я довязываю до маркера, довязываю третий ряд, со следующего ряда я опять буду делать убавление. Вяжу лицевую, снимаю, провязываю 2 вместе, перебрасываю так вот, изнаночную провязываю, лицевую снимаю, 2 вместе, перебрасываю
изнаночную, лицевую. После убавлений я провяжу еще 2 ряда лицевую и изнаночную петлю. Провязываю резинкой 1 на 1. Я перешла на 3 спицы, чтобы было удобнее вязать, потому что петель уже мало. Так, вяжу второй рядок резинкой. Довязываю до маркера. Изнаночная, лицевая. Маркер можно снять. Я взяла иголочку. Сейчас я буду собирать петли. Сторону, вторую. Так вот стягиваю. Серединочку, иголочку. Распрямляем шапочку, делаем отворотики. Шапочка получается легенькая, теплая, воздушная. Вот такая получилась макушечка у шапочки. Шапочка мне очень нравится. Вот смотрите, сколько пряжи осталось еще.
После того, как вы свяжете шапочку, ее нужно обязательно прохладной водичке постирать, высушить, петельки распрямятся, и будет красивая теплая шапочка у вас. Я постирала шапочку, повесила ее на батарею, ниточка распушилась. И вот смотрим, как смотрится шапочка после стирки. Петельки распрямились, ниточка распушилась. Она такая легенькая-легенькая, весит 56 грамм. Вам хватит одного такого моточка. И сейчас я ее померяю. Двадцать три сантиметра, 22. Шапочку я померила, мне в ней комфортно, даже не ощущается на голове. И теперь у меня будет вот такой комплект: бактус и шапочка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео для развития канала, пишите комментарии. На этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока!